Ну а мы сейчас с вами увидели, как активно, очень эмоционально, но в то же время очень по-доброму, как присуще, наверное, только этому тренеру, этому специалисту, этой выдающейся в прошлом спортсменке Виктории Буцаевой в отношении своих собственных ребят. Максим Белявский представляет школу «Легенда» и тренерскую группу Виктории Буцаевой. «Me up inside», настаивает Джей Макдауэлл в этом произведении, которое называется «Принеси меня к жизни», фактически. «Bring me to life». Ну и Максим Белявский был в целом очень убедителен с точки зрения музыкальности, но, к сожалению, мне показалось, что его прыжковая составляющая, которая еще совсем недавно вызывала искреннее восхищение, сейчас находится не в оптимальных кондициях. То ли начал постепенно расти Максим Белявский, то ли пока приноравливается к требованиям нового тренерского штаба. А у Виктории Буцаевой мы знаем, что сейчас очень солидная компания подобралась. Только на прошлом этапе отлично среди взрослых выступили Андрей Анисимов и Алексей Ерохов. Помимо этого есть и Илья Яблоков, и огромное количество других фигуристов, в том числе спортсменов-юниоров, в частности, Кирилл Андрусик. Ну, в общем, там группа такая очень хорошая, очень сильная и составленная из очень интересных спортсменов, которые, по идее, друг друга должны, да и будут, наверное, подстегивать и на тренировках, и на соревнованиях. Но вот конкретно по этому прокату можно сказать, что именно в прыжковой составляющей не все получилось у Максима Белявского. Плюс к этому не все позиции взял в комбинированном вращении, так что это тоже потеря баллов. И в заключительном вращении пусть и получил 4-й уровень, но доделал все недостаточно четко. Небольшие минусы прилетели в итоге.
ниже собственного потенциала откатался в этой короткой программе Максим Белявский. Максим Белявский за короткую. Ну и его итоговая оценка 68,32 балла. На данный момент Максим занимает первое место.